Ну что, едем по Москве. Смотрите, как я рулю. Дом правительства. Да? Российская Федерация. Вот мы и едем. Через 600 метров съезд. Поверните направо. Поворачиваем направо. Навигатор аж почернел, не то что там красное, черная какая-то пробка. Кремль, однако. Так, через Москву Реку мы едем. И куда-то туда прямо на юго-восток. Направо фигура Петра, стоит эта колоссальная. Кстати, посмотрите на вот это вот пятно, видите, вот зеленое.
поверните направо, а затем через 300 метров. В транду нафиг. Надо раньше говорить, где там у тебя съезд. Ёханый бабай. Маршрут перестроен. Как говорится, фигня-мигня, нафиг, крутишься по Москве. Ну это кроме что, вам интересно будет. Так, но мы все равно едем туда, куда нам надо. Запутались, однако. Вдобавок доверился этой балалайке. Сбился с ориентира. Но главное сохранять эмоциональное спокойствие. То ли лавра какая-то. Поворачиваем направо. Поверните направо. Да ё-моё, не успели. Не успели. Какой-то как замочек. Такие интересные. Заборчики. Христос воскрес. Воистину воскрес. Одни тут вывороты за ворота. Вывороты за ворота. Вот, обмотка.